Древний Египет. Мы сказали это, и в воображении возникают громадные каменные пирамиды. Недалеко от дельты Нила, среди песков пустыни. На десятки километров тянутся пирамиды на юг от Каира. А по всей долине Нила и поныне стоят великолепные колоннады храмов. Высятся огромные статуи фараонов, поражают узорными росписями и рельефами гробницы царей и знати. Все это немые свидетели далекого прошлого, памятники величия и могущества египетских фараонов, жрецов и вельмож. Они стоят у берегов Нила величаво, торжественно, молчаливо. Стоят полные тайны. Кто же создал эти произведения искусства? Кто превратил долину Нила в богатый и цветущий край? Благодаря чьим трудам Египет стал великим и могущественным государством? Грандиозные сооружения, воздвигнутые, чтобы прославлять могущество тех, кто повелевал, не расскажут об этом. Но есть другие памятники. Вернее, их сделали памятниками тысячелетия. Сами они чаще всего создавались на один раз, по случаю. Это письменные источники, записи на папирусах. Чтобы написать письмо, протокол судебного заседания, отчет о сборе налогов или поучительную историю для упражнений школяра, брали свиток папируса. Теперь эти свитки хранятся в лучших музеях мира. Развернем их и услышим голоса из тысячелетий. Египтянин Ахтой вместе с сыном Пеппи плыл по Нилу на юг, в столицу, чтобы отдать его в школу песцов, где учились дети вельмож и знатных египтян. Обрати свое сердце к свиткам, люби их больше, чем свою мать. Когда ты окончишь школу и станешь песцом, ты не будешь ни в чем нуждаться. А разве плохо быть каменотесом? Он выламывает глыбы розового гранита и белого алебастра. Каменотес обрабатывает твердый камень. Когда он кончает работу, его руки падают, он утомлен. Но из камня делают статуи и строят красивые храмы. Строитель стен всегда болен. Он постоянно стоит на ветру. Одежда его лохмотья, а хлеб он отдает своим детям. Но у хлебопека всегда есть хлеб, ведь он сам печет его. Когда хлебопек печет хлеб, он опускается в печь, и сын держит его за ноги. Если он выскользнет из рук сына, он упадет в огонь. А у писца тело всегда гладкое, руки у него мягкие, и одет он в красивые одежды. Но ведь ткань для его одежды делает ткач. Разве плохо быть ткачом? Ткач своей мастерской не дышит воздухом. Он сидит на корточках, прижав ноги к животу. Он дает хлеб сторожу, чтобы увидеть свет. Я не хочу весь день сидеть в школе и разворачивать свитки.
Разве нет должности лучше, чем должность писца? Писец избавлен от всех тяжелых работ. Над ним нет начальника. Он сам начальник над всеми. Будь писцом, чтобы избавиться от участи ремесленника. Он работает больше, чем могут сделать его руки. И ночью он зажигает огонь. Школа. Скрестив ноги, на полу сидят мальчики. Перед ними учитель. Входят отец и сын. Вот я привел тебя в школу, где занимаются дети-вельмож. Ты будешь учиться здесь ремеслу писца. Пиши рукой своей, читай устами своими, не бездельничай. Слушай учителя. Сядь на свое место. Книги уже лежат перед твоими товарищами. Читай прилежно. Не проводи дня праздно, иначе горе твоему телу. Помни, что ты для меня осел, которого бьют каждый день, и львов обучают, и лошадей укрощают. А я делаю человеком тебя, неразумного мальчика. Обрати свое сердце к книгам. Смотри, нет ничего выше книг. Если писец имеет должность в столице, то он не будет там нищим. Должность писца лучше всех других должностей, когда писец еще ребенок, его уже приветствуют. А теперь читайте. Если ты сидишь за столом у того, кто выше тебя по должности, то бери, когда тебе дают то, что лежит перед тобой. Не смотри, не польстись на то, что лежит перед ним. Опускай лицо вниз, когда тебя приветствует начальник. Смейся, когда он смеется. Это приятно его сердцу. Гни свою спину перед начальником, и тогда в твоем доме будет богатство. И расчет с тобой сделают правильно. Не сиди, если перед тобой стоит тот, кто старше или выше по должности. Так обучали мальчиков в школе писцов. Какими выходили чиновники из такой школы? Каким вырос Пеппи? Что он записывал? Может быть, это он составил папирус, который хранится в Туринском музее в Италии? Три с половиной тысячи лет назад один писец подробно записал, как проходила забастовка строителей царской гробницы в городе мертвых. Как смеете вы сидеть здесь, сложа руки, в то время как гробница Его Величества, царя Верхнего и Нижнего Египта, стоит недостроенная? Немедленно приступайте к работе. Мы голодаем уже 18-й день. Возвращайтесь в мастерские. У нас есть зерно. Оно лежит в кладовых в городе. Мы дадим вам все, что полагается. 2 дня назад ты говорил то же самое, но нам ничего не дали. Мы пришли сюда от голода и жажды. У нас нет платья, нет масла, нет рыбы, нет еды. Напишите об этом фараону, нашему милостивому господину. Он поможет, он облегчит нашу жизнь. Замолчите, или я вызову стражу. Мы знаем, что это вы, чиновники, разворовали все, что нам было отпущено. Ах, это опять ты, каменщик Месу. Наш начальник-визир знает, что можно и чего нельзя. Что нам делать? Как усмирить бунтовщиков?
Если об этом узнает его величество, нам не сносить головы. Надо пригрозить им. Мы найдем зачинщиков и бросим их в темницу. Идите в гробницу и продолжайте работу. Мы уже вызвали сюда отряд стражников-маджаев. Если вы не будете нам повиноваться, мы с силой заставим вас выполнить приказ. Именем бога Амона и именем фараона ни я и никто из нас не будет работать, пока нам не отдадут того, что нам принадлежит. Мы голодаем. Руки каменщика уже не держат кирку и молот. Руки каменотеса — резец, а руки ювелира роняют тигель с расплавленным металлом, и он льется на землю. Как ты смеешь клясться именем фараона? Да будет он жив, здоров и благополучен! Тебя будут судить за это! Не прикасайся к нему! Не трогай мессу! Отпусти его! Не воруйте наших продуктов! Отдайте нам то, что мы заработали! Нашим детям нечего есть! У нас нет ни зерна, ни рыбы! Довольно с ними говорить! Идем в столицу, во дворец! Расскажем его величеству, как поступают с нами его слуги! Идем за мной! Слушайте! Я буду говорить. Мессу, ты здесь старший, тебя слушают. Скажи своим товарищам, пусть успокоятся, а я пошлю гонца в царскую палату к визиру. Подождите спокойно, пока он нам пришлет ответ. Услышим, что он скажет. Мы будем ждать, господин, а ты немедленно пошли гонца. Но если пройдет ночь и ответа не будет, мы сами пойдем во дворец его величества, да будет он жив, здоров и благополучен. Гонец уже послан. Прошло 2 томительных часа. Все тихо сидят, терпеливо ожидая. 4-й час на исходе. Начало темнеть. Снова появились чиновник и начальник. Издали доносится неясный шум голосов. Приближается процессия. Сам визир идет к нам. Где рабочие? Владыка наш, отец, спаси нас. Мы голодаем. Мы хотим есть. Наши дети плачут, они не спят от голода. Вот я сам пришел к вам. Вы говорите, что чиновники украли вашу еду. Но разве я не поставлен за тем, чтобы следить за порядком? За тем, чтобы никто не грабил складов? Ну вот случилось так, что в закромах нет ничего. Нет даже зерна для меня самого. Но я отдам вам все, что найду. Вот привезли для вас зерно и сушеную рыбу. Здесь половина того, что вам принадлежит. Но вам привезут остальное. Идите, и через несколько дней вам привезут остальное. Мы верим тебе, господин. И завтра мы вернемся в гробницу и в мастерские и будем продолжать работу. Мы знаем, ты не обманешь нас. Ты отдашь нам полную плату. Мы не знаем, исполнил ли визир свое обещание. Но знаем, что в городе мертвых снова и снова вспыхивали волнения. Запись о них вели на папирусах писцы.